Назначение пенсии управляющей компании «Уличные животные». Мэр Магадана Юрий Гришан провел прямую линию, на которой ответил на вопросы горожан. Звонков много. Отключили холодную воду, протекла крыша. Управляющие компании не всегда справляются с обращениями горожан. Градоначальник планирует посетить дом 17Б по улице Берзина. Там ремонт не делали более 30 лет. Жительницы обращались с проблемой еще летом. Тогда Юрий Гришан с руководителями ведомств наметили фронт работ. Однако сейчас ситуация, по словам жительницы улицы Берзина, не изменилась. Если там футбол опять, как уже замечание мне ЦУР делал, там переписка ненужная, департамент ЖКХ и Государственная жилищная инспекция, если здесь такая же переписка, то руководитель будет наказан. Это обещание было дано действительно при выезде в июле этого года и управляющей компанией, и департаментом ЖКХ, какие работы будут сделаны до наступления зимы. А оказывается, дверь не поменяли, подъезд не отремонтировали, окна не застеклили. Поэтому будем разбираться. Прямую линию мэр Магадана проводит еженедельно по понедельникам, средам и пятницам с 14 до 17 часов. Телефон 62 50 65.